Почетными гостями вечера стали президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, глава Абхазии Рауль Хаджимба и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В рамках турнира состоялось 10 поединков. Главным событием стала битва бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора и пятикратного чемпиона мира россиянина Вячеслава Василевского. Наш самбист одолел иностранца и заработал 5-ю победу в сочинских турнирах. Триумфаторов и их соперников на ринге поздравил президент России Владимир Путин. Мы сегодня увидели здесь крутых парней. Они показали нам все, чем ценятся боевые искусства. Разнообразную ударную технику, замечательную борьбу в партере, блестящие броски. Но самое главное, что они нам показали, они продемонстрировали мужество, характер, дерзость. Спасибо им большое. Давайте их еще раз поприветствуем. Добавлю, что в этом году международный турнир посвятили героической истории России. От ледового побоища и монголо-татарского нашествия до Великой Отечественной войны и операции в Сирии.